For what? For cooking. What name? Khanom Piakpun. Khanom Piakpun. 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 Khanom Piakpun. Вот на такой печке готовится еда в Таиланде. Топится кокосами. Как дела? Как дела? Заговорили на русском. Тайцы заговорили на русском. You can speak with her every day. Мякатуа. Мякатуа. Салата. Мякатуа. Вот мякатуа. Покажу сегодня, что мы купили. Вот такую баночку купили. Мясо тунца. Сколько здесь? Килограмм, наверное. О, почти 2 килограмма. 1800 грамм. Вот такая банка. Банище просто. Больше, чем Златкина голова. 100 бат там с копейками стоит. Давай покажи, что мы еще купили. Разворачивай. Можешь купить? Покажем бабушкам, дедушкам, что мы едим. Еще мы очень часто едим вот такую траву. Она тут растет везде по дороге. Кротая рвет ее постоянно. Ее едим. Вкусная. Ладно, бережем кульки нам. Нужно для рыбы. Ты не поехала с нами, ничего не потеряла. Мы попали в дождь. В краболовку не попала сегодня ни одна рыба, ни один краб не попался. Я не знаю, что это. Вот это вот очень вкусная штука. Молодая кукуруза. Маленькие початки, початочки. Маленькие. Картошка. Картошка здесь очень дорогая. Раза в 3 дороже, чем в Европе. Но вкусная. Огурчики. Арбуз купили сегодня. И купили ребрышки. Будем сегодня жарить ребрышки. А самое главное, что мне сегодня с Лосады прислали новые шузы. Эти шузы, в принципе, мы должны были отправлять их обратно, но они сказали, что не надо, и они выслали мне новые шузы. Дай бог, чтобы в этот раз был тот размер, который нужен. Сейчас мы будем открывать. Цвет такой же, как мы хотели. Ну давай, открывай, открывай смелее. Главное, чтобы размер был тот, что надо. Ну. О, 9. Отлично. 9 размер. Все. Это значит, что мы идем в гору. О, нет. Да. Зачем опять? Не хочешь? Ну, оставайся дома, сиди дома. Мы же ходили на Салакпет. Мы на Салакпет ходили, мы не ходили. What name? Молтон. Еще one, one, jump, jump,
гора, которая еще выше, чем Салакпет. Я не знаю, туристы не знают. Туристы ходят на самую высокую гору, которая указана в гугле. 745 метров она, а вот тайцы настаивают, что этот Джомо, он еще выше, чем Салакпет. А сколько? Я не знаю, спросишь завтра у Ома. Ой, как хорошо. Ой, шузы, как хорошо. Подойди. Как я уже задолбался ходить в рваных тапках. О, прекрасно.